Идеальные каникулы глазами детей. Извилистые горки, бассейны и визги восторга. Целый день школьники проводят в аквапарке. Здесь смех и веселье. Рамиль Карабаев опробовал все водные аттракционы. Он впервые в аквапарке. В родном селе таких развлечений нет. Главное, тут очень много хороших впечатлений, много хороших горок, хорошие бассейны и, главное, безопасно. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что предоставили нам такой хороший подарок. 126 детей за два дня посетили один из астраханских аквапарков. Такую возможность ребятам из сел Оранжереи, Федоровка, Светлая и Ниновка подарили представители молодежного парламента. Инициативной группы в лице молодежного парламента, социально ориентированного бизнеса решили проводить такие акции для того, чтобы как-то стандартные будни детей немножко разнообразить подобными выездами. Подобные мероприятия осуществляются при поддержке Думы Астраханской области и депутатского корпуса. Огромное спасибо хотелось бы выразить депутату от Украинского района Герасиму Сергею Павловичу, который неоднократно помогает нам в осуществлении данных акций. Водные развлекательные процедуры под присмотром сотрудников парка, хотя здесь нет крутых виражей, все сделано для комфорта и безопасности. Мы уже не первый год проводим подобные акции с молодежным парламентом. Считаем, что задача бизнеса является не только привлечение прибыли, но также забота о населении и тем более о детях. Сотрудники развлекательного комплекса готовы принять еще детей из сел. Запланировано посещение 40 школьников на следующей неделе. Веселье будет продолжаться и снова зазвучит детский смех. Наурумбаева, Игорь Нефеденко, Центр новостей.